Здравствуйте, мои дорогие друзья! Что же я сегодня делала с утра? Естественно, я заглянула в компьютер для того, чтобы сделать заказ Faberlic. Ведь нельзя же пропускать заказы, иначе потеряешь своих 20%. Вот. Был каталог, уже сразу видно было, что он у меня есть в корзине. Потом я не знала, что мне заказать. Я взяла старый каталог и стала смотреть, что мне надо, чтобы определиться по ценам. Там написано было, что есть какой-то прайс-лист, но, увы, я его не могла распечатать. Что-то у меня там ничего не получалось. Я плюнула на это дело и решила, что я закажу там несколько товаров, которые мне очень-очень сейчас нужны. Вот. А потом будем с этим совсем разбираться. Когда придет новый каталог, тогда я и буду что-то выбирать. Я заказала себе крем для лица. Блум, который мне очень нравился, взяла дневной или ночной. Какой-то почему-то дешевле, а какой-то дороже. Какой я взяла, я не помню, честно говоря. Дневной, наверное, взяла. Дневной. Вот, у него цена не поменялась. Взяла мужскую туалетную воду на подарок. И взяла маску для волос. Маска для волос, там с кератином, вот это такая, знаете, в черной баночке. Я когда-то ее очень-очень давно брала, когда вот познакомилась с Faberlic. И, ну, я вообще не люблю я маски делать. Я как-то ленива. Мне надо помыться, значит, я быстренько голову под кран помылась, помыла голову, потом под душем уже помыла сама, вот и все. Вот это вот маски, допустим, как вы мне там советуете, там луковые, соковые, там разные. Ну, не люблю я вот это вот, всякую вот это вот. Мне проще купить, если для лица купить маску, тряпочку, положить на лицо, подождать, снять, все готово. Я такой человек очень, знаете, какой, быстрый. Вот я, как я вам говорила, я 100 дел делаю сразу, поэтому я не очень люблю. Но так как у меня сейчас такая вот проблема с волосами, то я решила, позвонила Арише, спросила у нее, как ей эта маска. Она сказала опять хвалебные речи о ней, и я решила ее заказать. Думаю, ну, если я опять начну лениться, то я тогда и посмотрю, если мне это вот не будет то, что я ожидаю после нее, то я ее отдам Арише, ей она понравилась. Вот. Потом я уже нажала, вот всего три вещи заказала, три вещи. Вот. Потом я нажала уже, значит, утвердить заказ, раз, и каталог пропал. Каталога нет. И будет он опять у нас или не будет, неизвестно. Белорусский каталог, конечно, белорусский, потому что российский каталог уже у людей там есть. Я смотрела его в этом самом, в интернете. Ну, что мне смотреть, умножать мне это самое на российские деньги, сидеть заморачиваться я не стала. Ну, вот так вот. Вот так вот я сделала сегодня заказ. В четверг я его получу. Я же была в этом самом, в Белите. И, вы знаете, как-то кое-что купила там, и совершенно принесла, поставила и совершенно забыла вам показать. Я купила крем. Крем новинка с чагой. Так, дайте я одену очки. Ну, сейчас в очках будут лампочка отражаться. Вон, видно те самые колесики. Крем питания против старения ночной для лица. И что же тут у нас написано? Нашла свою вот эту вот штучку. Думаю, что ж я это самое? Тут так мелко написано. Применение. Наносите вечером на очищенную кожу. Так, это ерунда. Это нам не надо. Тут все не на русском. А где на русском? Так. Активные компоненты. Экстракт арктической чаги, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, масло косточек винограда. Обеспечивает уменьшение выраженности морщин, интенсивное питание,
и эффективное увлажнение, антиоксидантное и успокаивающее действие. Все остальное тут состав, все не на русском, я его состав не буду читать. Вы мне там пишете многие, что белорусская косметика Г. Ну, не знаю, я не этот самый, не биолог, не химик, я не очень разбираюсь в этих самых, в этих составах. А что, российская лучше? Или в магазинах в других? Может быть, я не буду спорить. Если вот как магазин там Крафт есть или еще там какой-то, и там такие цены бешеные, может быть, там крема и получше. Но, девочки, ну не сделают они меня все равно молодой. Но если мне столько-то лет, то на 20 лет я моложе не стану. Давайте посмотрим баночку. Я люблю очень красивые баночки. И вообще, вы знаете, я в баночках крем больше люблю, чем в тюбиках. Тюбики, они все одинаковые, а баночки бывают разные. Вот такая здесь баночка коричневая. Ну, как-то, вы знаете, вот я помню, я раньше тоже покупала крема, и они как-то вот меняются. То такая, то коричневая, то золотистая, ну, или с пульверизатором. Посмотрим сейчас, какой там кремик. Кремик, конечно, под пломбочкой. Пломбочка приклеена очень крепко. Хоть ты ее зубами открывай. Так, я сейчас попробую взять пилочку. Пилочку и вот так вот просто продырять. О, очень-очень плотное вот это вот покрытие. Ё-моё, даже пилочкой не хочет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, я это дело потом сделаю. Я просто вот попробую сейчас вот крем сверху немножечко. Я хотелось бы, чтобы он был немножечко более плотный. Нет, он не плотный, он такой очень легкий, хоть он и ночной, но очень легкий. Потому что в прошлый раз я вам показывала, я покупала вот такой вот кремик. Это был дневной у меня. Здесь я уже полбанки использовала. Вот, поэтому и Блом заказала в этом, в Оберлик. Но они какие-то, ну, очень жирные, конечно, я не люблю крема. Но и вот такие вот совершенно вот жидкие тоже мне не очень нравятся. Но как-то приятно, так, знаете, вот приятная кожа стала. Ну, ничего. Да. Зря я на него сказала, что он очень редкий. Нет, кожа такая гладкая, приятная. А запах? А запах? Ой, как же это, наверное, ножницами надо будет отрезать. Ладно, это я буду делать потом не на камеру, потому что это тут слишком сложно. Слишком сложно, заклеено на... Намертво, можно сказать. Перед этим я смотрела в Инстаграм, у нас он есть, что еще есть новинки вот такие вот, крема для рук. Тут у меня, что у меня тут, сейчас я посмотрю, я уже забыла, честно говоря. У меня тут притяжение, потом есть страсть и третий какой-то. Крем для рук. Это новая серия, парфюмированный аромат здесь. И есть такие же гели тоже. Притяжение, страсть. А какой же третий, не помню. Вот пойду за заказом в Фаберлик, а там рядом это самое, магазинчик Белита Витекс, зайду, посмотрю. Вот. Но я начала им уже пользоваться, потому что прошло несколько дней. Он действительно очень-очень вкусный. Очень вкусненький и такой вот приятный. Вы знаете, вот как-то я заказывала кремов в Фаберлик или в Эйвон для рук, то вот хотелось, чтобы он был такой насыщенный аромат. Я никогда не могла поймать. Здесь же аромат очень приятный, точно вот духи. Точно вот как будто бы я побрызгала на руку духи.
я никак не могла выбрать по названию, какой мне крем купить. Ну, мне вот этот продавец посоветовала вот этот вот притяжение. Спросила, какой аромат я люблю, и она мне сказала, возьмите вот этот. Так, крем-парфюм для рук, притяжение. Ну, это как нанести нам не надо. А больше ничего и не написано. Помассируйте, ну так это и дураку ясно. Это можно и не писать. Вот. А где же написано? Где же написано, какие ароматы тут, а? А что-то я не вижу. Может быть, тут то, что не на русском написано. А я не понимаю, я английского не знаю. В общем, не могу сказать. Не могу сказать. Ну и третье, что я купила, это мне надо был тоник. Вот, с термальной водой, с микросферами голубого ретинола для лица и шеи, увлажнение и лифтинг. У меня когда-то такой был, я им пользовалась. Мне он нравится, он недорогой. Я не выбираю дорогие тоники, потому что есть вот, допустим, крем, дневной, ночной тоник. Ну, он будет дорогой, а что там, неужели он там будет действительно... Тоник, он и есть тоник. Поэтому я купила вот такой вот. Вот так вот, мои дорогие. И там заказала, и тут. Ну, но когда заканчивается, очень-очень плохо. Когда нету крема и нечем себе что нанести на лицо, на ручки. Поэтому вот теперь я как бы это буду с кремом. Ну вот и все, мои дорогие. Позже немножечко я обязательно зайду опять в Фаберлик, в свой этот самый кабинет, посмотрю, может быть, каталог появится. Я написала Марточке, спросила, будет ли каталог. Ну, они ж там выше, они ж там все знают заранее. Но она пока мне не отвечала. Вероятно, занята делами. Вот такие вот дела и такие вот у меня покупки.